стрела полетела, но работает экзорцизм. Рубик забирает стрелу. Татини просто бесконечная, вечная погоня. Ой, смешной прыжок все-таки был. Застрял просто. Прыгал, не допрыгнул, но Рубик все сделал. Здесь у Рубика остается стрела. Третий, между прочим. Ястреб дает обзор. Сейчас можно пострелять. У Рейзера ПКБ тем временем появляется. Войдах, трансфера 5 секунд. Стрела под Рор должна быть. Стрела от Рубика остается. И... Финишный фьюд от Кристал Мейда. Божественно! Top tower is under attack. Да, и Дазл тоже понимает, что он далеко не отойти. Превращается в хрюшку. Но все равно... Ой, да ладно, что? Его просто отпустили? А, ну там ДП видит. ДП цель пожирнее. Просто ребята понимают, что ДП есть иконы, нажать бы их, но... Там. Дазл пришел, видимо, Шейлу Грейв нажать. I didn't see that coming. Именно что нужно камбэкать вот прямо сейчас, вот прямо вот в эту секунду. И это шанс. Больше шансов не будет. Трансфера просто 0 из 10. Она просто ужасная была. Для Тини в этом паре. Dire's bottom tower is under attack. Ну что, Рошанчик стоит на карте. Может быть, пора уже по тыкать в Мандяеве. Скорее, пока не за Рошаном. Горячу, ключ, слепот. Горчень, конечно, есть, может быть, полетает в этот момент. Мирана тоже сможет взять Юл, но... Аш, наверное. Я не знаю, какая у тебя кнопка в работе. Я вроде на Аш. Бегут! Окей. И Тини врывается, проказ по Войду. Прыгает атакер. Зря прыгает, говорит атакер. Зачем я вообще это сделал, мама? Убирает Рубик, забирает Prison Field. Дойдет ли точка для каста? Radiant's middle tower has fallen. Time is money. Radiant's middle tower has fallen. Ну правильно, если не хочет команда сдаваться, то надо ей помочь. Radiant's ancient is under attack.